сами. Так называется сообщество активных молодых избирателей, в которое входит инициативная молодежь со всей области. Это те ребята, кому не безразлично будущее страны, те, кто готов участвовать в выборах и нести эту идею своим друзьям. Молодежно-территориальная избирательная комиссия взяла как бы на себя ответственность за это дело. Вот. И мы реализуем проект сами в городе Котласе. Суть проекта – привлечение молодежи на выборы. И одна из таких завлекаловок – фотоконкурс. Он пройдет в день выборов президента России на 9 избирательных участках Котласа. Участие в фотоконкурсе может принять каждый житель города в возрасте от 18 до 35 лет. Также необходимо подписаться на группу «Сами Котлас» ВКонтакте и сделать репост записи о конкурсе. Получается, 18 марта прийти на избирательный участок, проголосовать, вот, найти волонтера в накидке сами, и уже волонтер дальше объяснит условия конкурса. Согласно инструкции волонтера, участник конкурса должен сделать фотографию и опубликовать ее на личной странице с хэштегом «Сами», а также разместить ее в альбоме сообщества. И все это нужно сделать только в день выборов. Генератором случайных чисел с 19 по 21 марта будет определен победитель. А что его ждет? За первое место PlayStation 4 с тремя играми в комплекте, да, очень ценный приз за первое место. За второе место колонка JBL Go Black и беспроводные Bluetooth наушники спортивные за третье место. С подробными условиями фотоконкурса, а также с адресами избирательных участков, где он будет проходить, можно ознакомиться на странице группы, ее адрес на экране.